Друзья, всем привет! Сегодня мы вам покажем, как варить настоящий компот из вишни. Вишенка вот такая вот меленькая, самая-самая вкусная, которую мы нарвали на обыкновенной бесхозной вишне. У нас этого добра хватает. Поэтому смотрим, как варится компот. А перед тем, как вам показать это все дело, подпишитесь на канал и напишите свой комментарий. Итак, ставим кастрюлю на плиту. В кастрюле у нас 8 литров воды и 0,5 килограмма вишни. Накрываем кастрюлю крышкой и ждем, когда закипит вода. Итак, вода закипела. Добавляем вишню. И на этот объем воды добавим 9 столовых ложек сахара. Но вы смотрите, уже добавляете сахар по вкусу, смотря сколько у вас водички будет. Теперь ждем, когда вода еще раз закипит, но крышкой не накрываем. Посмотрите видос, мы сейчас тут жарим отбивные из куриного фарша. Посмотрите, какие они классные получаются. Этот видеоролик уже будет опубликован на канале, поэтому посмотрите. Друзья, вот после того момента, когда вы закинули вишню в кастрюлю, варите еще 5 минут, и на этом все, компотик выключаете, остуживаете его, и получается вот такая вот вкуснятина. Настоящий вишневый компот, который полезный тут здесь все витамины, которые есть на свете. Все, подписываемся на канал, надеюсь, вам видео понравилось, ставьте свои лайки, всем до новых встреч, пока-пока.